Сохраните благоухание Рамадана. Основная цель этого праздничного вечера. Посвящен он сегодня только женщинам. Я хочу возвысить каждую женщину в Дагестане. Если бы была моя воля, я бы до небес подняла бы вас, потому что вы все этого заслуживаете. Я знаю, как тяжело женщине в Дагестане. Я знаю, как много труда и сил вы вкладываете в то, чтобы создавать уют в семье, воспитывать детей. На сцене тоже представители прекрасного пола. Благотворительный вечер открывает благозвучным нашидом семейный дуэт. Поздравляю всех мусульман, кто крепился, кто постежал. На вечере с замиранием сердца все ждали розыгрыша путевок на Малый Хадж. Сначала победителя выбрали среди тех, кто приобрел билеты на мероприятие. 22 ряд, место номер 8. Да, пожалуйста. С какого? С селения Апши, Пынарский район. Мы поздравляем вас искренне. Все эти вопросы сейчас дали. Эти аплодисменты, ваша честь, мы вас искренне поздравляем. Женский центр «Марьям» разыграл путевку и на Большой Хадж. Для участия в конкурсе было достаточно снять социальный ролик. Оргкомитет единогласно выбрал победителем Софию Фокину с работой «Мама устала». Розыгрыш призов дополняли национальные песни на духовные темы в исполнении звезд дагестанской эстрады. Хореографические ансамбли демонстрировали народные танцы. Кроме того, зрителям показали и театральные постановки по злободневным проблемам общества. Организаторам удалось впечатлить гостей мероприятия. После вкуса Рамадана оно еще ощущается. Однозначно сближение сестер, сердец наших, теплые объятия, приятные лица. Много благого. Особая благодарность великой женщине, благословенной Патимат, которая, я считаю, находится сегодня на очень правильном пути. Она решила организовать женщин, она решила вмешиваться в досуг женщин, чтобы наши женщины, мусульманки, себя в этом цивилизованном мире чувствовали себя на уровне. Для организатора вечера важно было объединить мусульманок. Это как напоминание, что женщина в исламе – сокровище, которое нужно хранить, поддерживать и давать возможность развиваться. Я очень надеюсь, что сегодняшний вечер, вот такое количество женщин вместе, будет духовное единение. Этот вечер, что посеет семена любви, доверия друг другу, милосердия друг другу. Мне кажется, нашему обществу сегодня это очень важно и нужно. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.